Всем здравствуйте! Хочу показать мое приспособление для заморозки пельменей. Мы в Баумант, магазин стройматериалы, купили вот такую фанерку. Там нам ее порезали по нашему размеру морозилки. Вот я достаю ящик с морозильной камеры. И вот такой же размер мы сделали. Нарезали нам вот эти листы. И с этой стороны муж прибил бруски. И вот так вот 5 листов у нас. Влазит 4 листа в морозилку. Вот так вот 4 листа штапелем. Хочу еще показать очень хорошую, удобную штучку. Мне ее выписали с Амазона. Она специально для вырезания кругляшков для пельменей. Она очень удобная. Просто по тесту вот так раскатываешь, и она вырезает кругляшки. Она очень быстрая и очень удобно ею пользоваться. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до скорых встреч!